Привет, вы на канале Мини Маус. И сегодня мы будем растапливать шоколад и будем есть с клубникой. Ой. Привет, привет, друзья. Да, сегодня мы будем украшать клубничку, маршмеловки будем украшать. Вот такую вот. И вот мы берем молочный шоколад. Да. А можно я кусочек попробую? Можно попробовать и кидай, можешь, пусть он растапливается. У нас вот такая вот чашечка. Сейчас я покажу. У нас вот такая вот чашка. Здесь горит огонь, ну, свечечка. И он топится. Вот здесь вот, сейчас я покажу поближе, чтобы было видно. Вот, сейчас здесь растапливается шоколад. Вот, сейчас мы его растопим. Да, и будем украшать вот присыпочкой, которая вот у нас есть, 4 вида присыпочки. И будем украшать нашу красивую, вкусную клубничку. Настя обожает ее. У нас есть еще йогурт клубничный. Настя любит еще йогурт клубничный. Вот. Ну, вот сейчас мы ждем, пока растопится. И шоколад любит. Да, все, пока шоколада хватит, пока все. И будем сейчас мы... Сейчас он растопится. У Насти тут такая красота. Настя покажет пока свои поделки, да, которые ты сделала. Вот да. Такие вот есть вот поделки. Вот такое мне самое больше понравилось. Да, мы сейчас пока шоколад... Колобка. Настя сделала... Это девочка. Видно, сердечко там. Да, вот на кепке. С кепочкой. Вот такое вот сердечко на кепочке. И Настя сделала вот такого вот колобка. Держи. Это из жвачки для рук, да? Это звездочка. Ой, звездочка что-то у нас отлепляется. Вот такая вот на палочке была звездочка. Ой, в тарелку пошли мне сладости. Вот такие шарики, да? Что? Смотрите! Это лолипопс. Настя сделала конфетку лолипопс вместе с мамой. Держи. Вот этот пока покажи, а я пока помешаю шоколад. Вот такой кругленький он и светленький, как яркое солнышко летает. Да, разноцветный мы сделали. Лолипопсик. Да, из разноцветного мы сделали. Так, свечка у нас тут горит. Горит. И мы будем сейчас украшать клубничку. Так, клубничку мы надеваем на палочки. На что мы надеваем? На вот такие палочки? Как ты думаешь? Давай на палочки. Вот так вот, наверное. Смотри. Вот такая у нас на палочке клубничка. И мы сейчас... Веточка. А веточка? А веточкой пусть, потом мы будем брать и убирать веточку. Не, не так. Вот смотри. Вот мы накалываем вот в серединку. Вот, вот так. Понятно. Я сейчас буду шоколадом поливать вот так вот Настя. Тебе клубничку. Да, подарок. Ты ее крути. Крути вот так, да, медленно крути. И она будет в шоколаде. У нас клубничка. А можно мне уже попробовать? Так мы же еще украсим. Я это забыла, Настя? Нет, просто мне тяжело держать. Чего? Ну, тяжело. Ой. Так, сейчас я Настину украшу. Золотыми. Давай сначала вот этими посыпем. А потом золотыми. Теперь мы золотыми тебе откроем. Вот. Вот такая вот у нас получилась. Можно попробовать? Ну, попробуй. Вот такая. Так, пока Настю напробует, я вкусно? Я украшаю другую. Так, палочка не очень удобна, потому что они почему-то очень крутятся. Вот такая вот клубника у нас в шоколаде будет. Очень вкусно. Да, я сейчас ее положу на тарелку. Очень вкусно, мне так понравилось. Да? Ага. Так, сейчас мы еще маршмеловки. Вот у нас есть еще маршмеловка. Мы тоже украсим. Мам, а можно я маршмеловки не буду? Можешь не кушать, конечно. А чего? Ты не любишь их, да? Вот, сейчас мы сделаем маршмеллоу, украсим. Можешь шоколада, Настя, добавить. Уже тут мало шоколада. Где? Ну, сюда, в чашечку. Эту. Пусть расплавляется. Я пока буду украшать так, шоколад. Маршмелловки вот такие вот красивые будут. Клубничку таким красивым розовым я сейчас украшу. Так, вот таким цветом мы сейчас сделаем. Разноцветными. Да, вот сейчас я поближе покажу, как это все. Мы сделаем зелененьким еще сейчас. Вот. И, конечно же, золотым. Мам, можно мне салфетку? Конечно, можно. Так, Настя, как всегда, в шоколаде измазалась, да? Держи. Угу.
Так, дальше мы берем. А, сейчас растапливается у нас еще шоколад, да? Да. Пусть он растапливается. Так, а я пока что выберу, какую мне взять. Угу. Клубничку. О, теперь... самую... Нет, это я не буду. Я хочу палкой. Палкой мне было удобнее. Да? Да. Первый раз в жизни пробую так. Так, что мы делаем дальше? Мы обратно сейчас будем... Ой, моя клубничка. Клубничка, да? Да, конечно, мы сейчас ее польем. Настя, а ты йогуртом не хочешь? Хочу! Ну, ты ж любишь йогурт клубничный. Да я забыла про наш йогурт. Так. А я йогуртом полью. А у тебя шоколад. Мне еще вкуснее. Йогурт, йогурт. Такая... Я окуну клубничку. Можно? Так, Настена будет окунать, да, в йогурт. Будет тебе тоже посыпать вот таким вот? Да, да, да. Посыпай. Ой, капает так, уже. Давай. Давай. Тоже вот такую вот с йогуртом можно. А теперь Прости. Палочки вот такие, палки. Палочки посыпем, давай. О, с палочками красиво, да? Да. Пробовать. Ага. Красота, да и только, да? Ой, в шоколаде, клубника в шоколаде. Мам, попробуй, это так вкусно. Ну, серьезно? Да. В йогурте очень вкусно? Очень. Сейчас мы тоже попробуем в йогурте. Так, в йогурте. И мы сейчас ее тоже посыпем. Сделаем и палочками сейчас. Я лимончик возьму. Так, сейчас мы палочками сделаем, потом вот такими вот такими кружочками. Так, и зелененькими. А зелененькими мы посыпем и маршмеловку. И вот это вот. Теперь я снова в йогурт. Ты в йогурт помакаешь, да? Угу. Нужно мне снова посыпать. Да, конечно. Тебе с чем? Зелененькие пойдут? Так. Вот эти все. Нет. Ну, давай еще вот этими палочками, да? Пойдут палочки? Да. И палочками. Ой, какая красота. Красота так, Леопольда. Леопольда, да? Да. Так. Я сейчас еще одну клубничку украшу. Вкуснятина. Сейчас мы... А у меня только объедки. Какие объедки? Вот такая вот. Так, сейчас мы еще раз вот польем шоколадом. Вот такая вот объедка. Настя не доедает, да? Там, где хвостики, она не докушивает. А что, можно? Конечно, здесь, где клубничка есть, все можно кушать. Так, вот такую мы еще красоту сделали. Класс. Вот такую вот. Я в шоколаде буду оставлять. Так, еще я сейчас посыплю. Ой. Мои палочки. Так, где у нас клубничка? Угу. Я хочу клубничку. Вот такие у нас красивые получились клубнички. Вкуснятина. Класс. Вот такая у нас получилась красота сегодня. На палочках вот таких вот. Вот такие красивые клубнички. А можно мне попробовать одну? Вот это такая вот маршмеловка у нас получилась. Вот такая в йогурте вкусная, красивая. Выбирай, я какую ты хочешь. Клубничку. Ого, как огромная такая. Ага. Все, вот такую красоту можно сделать детям. Ага. Пока-пока, подписывайся на канал Минимал Стопальхикир, пока! Пока! Крутее все шоколадик. Клубника это очень вкусно, да? Угу.